Новый фильм расследования редакции «Момент истины». Обыкновенный рейдер Александр Старцев к своим 57 годам имеет сомнительное прошлое и внушительный банковский счет. Чем занят сейчас криминальный бакалейщик Кубани? Что касается господина Старцева, персонаж, конечно, известный. Но «Юг России» успел засветиться во многих, то, что называется, корпоративных спорах. Он сидел, он воровал, его искали, он мошенник, все. Это вы сейчас про кого? Это я про Старцева Александра Юрьевича. Лабинский маслоэкстракционный завод, компания «Русская бакалея», клиника «Хелен Баден» и очередная жертва, врач-косметолог и мать троих детей Елена Кондрашова. Вот далеко не полный список всего, к чему приложил свою руку Александр Старцев. Если ты мошенник и вор, ты таким остаешься всегда. Это обычная рейдерская схема захвата бизнеса. Простые и грубые схемы, сомнительные сделки и подставные фирмы. Кто прикрывает Александра Старцева? После громких отставок последнего времени кресла высоких покровителей закачались. Изменятся ли аппетиты Александра Старцева? Что касается рейдерства, всегда любое рейдерство невозможно без помощи либо пособничества правоохранительных, либо судебных органов. Без судей, без правоохранительных органов эта схема бы, конечно, не выгорела. То есть вы здесь замешаны, здесь ОПС? Здесь, конечно, здесь замешаны все. Насколько здесь имеется не то, что небрежность, а какая-то, может быть, ангажированность суда? Судить трудно сейчас, на первую, по этим обстоятельствам. Но то, что... Но говорить о том, что ошибка не случайна... Но уже... то, что говорить, что ошибка не случайна, мы имеем полное право. Компания Unilever, A&Y Distributors Inc., Левокумский суд, бездействие полиции. Как связано прошлое и настоящее криминального бакалейщика Александра Старцева? Зачем ему понадобилась клиника красоты Хелен Баден? И на что он пошел для этого? У меня просто украли клинику. И еще за это просят заплатить. Абсолютно. По суду? Да. И когда мы пытались в мировом таком режиме решить этот вопрос, Старцев просит с меня, знаете что? Дай мне 7 миллионов. Он требует, чтобы отозвать исполнительный лист. То есть он меня еще шантажирует. Насколько тут будет усмотрено мошенничество, насколько здесь, может быть, другие какие-то действия будут, признаки усмотрены, это уже на оценку правоохранительных органов. Ну, я думаю, тут следствие должно разобраться, да, и установить. Да. Потому что наша задача была вот на этом этапе первоначальном срочно обратиться в суд с заявлением о восстановлении права на апелляционное обжалование. Что мы и сделали. Ситуацию взял на контроль член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Владимирович Кондратьев. У меня находится на рассмотрении жалоба. Все, что необходимо для того, чтобы восторжествовала правда, справедливость, законность, будем отрабатывать совместно с соответствующими органами. Наша редакция отправила многочисленные запросы по местам предыдущих подвигов господина Старцева. Я не сомневаюсь, что наши зрители увидят прям систему, почерк господина Старцева по этому и подобным другим рейдерским делам. Только документы, только факты, показания свидетелей и очевидцев в новом фильме редакции «Момент истины. Обыкновенный рейдер».